Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия, 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 286. Начертите треугольники, проведите через каждую его вершину прямую, параллельную, противолежащей стороне. И начертим такой треугольник, обозначим его вершины А, Б и С. И теперь будем выполнять задание. Так нам нужно провести через каждую его вершину прямую параллельную противолежащей стороне. Тогда мы возьмем сторону АВ и противолежащую ей вершину С. И через нее проведем прямую. Обозначим эту прямую малой буквой С. И запишем, что прямая С проходит через точку С. Записывается это так. Точка С принадлежит прямой С. И прямая С, мы ее провели параллельно АВ. Теперь возьмем следующую вершину, вершину А возьмем. И противолежащую ей сторону BC проведем через А прямую параллельную BC. Эту прямую мы обозначим малой буквой А. Запишем, что точка А лежит на прямой А. Или это читается так, что прямая А проходит через точку А. И А параллельно BC. Ну и осталась у нас вершина B и противолежащая ей сторона AC. Проведем через B прямую B, обозначим ее. Так, прямая B проходит через точку B. И при этом прямая B параллельно стороне AC. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.